Привет! Это тревел-шоу «Две Наташи». Единственное тревел-шоу, которое не отнимет у вас много времени. Без всего за 100 слов я расскажу все самое главное место, где мы находимся. А я поделюсь важными советами, которые облегчат ваше пребывание здесь. Таврида – самый творческий российский форум молодых деятелей культуры. Форум проходит на берегу Крыма, бухта Капсель. Здесь собрались режиссеры, сценаристы, продюсеры, блогеры, аниматоры, корреспонденты, которые приехали защищать свои проекты, работать в школах, а также наслаждаться атмосферой молодости и искусства. 400 участников, более 65 волонтеров и множество экспертов. В инфраструктуру входит 150 жилых домиков, 11 шатров, 3 кафе, 2 сцены, серф-приют и эко-деревня. И все это было построено всего за 2,5 месяца. Насыщенная культурная и спортивная программа, йога, сапсерфинг, танцевальные мастер-классы и другие интерактивы. Не теряй время, знакомься с самыми крутыми спикерами, посещай мастер-классы и получай грант. Время Наташи номер один закончилось, и сейчас наша рубрика номер два. Именно здесь живут участники форума, и они регулярно сталкиваются с проблемами. И прямо сейчас я раскрою, как справиться с некоторыми из них. Каждый день участники форума сталкиваются с данной проблемой. Организаторы просто в шоке от такого количества мемов на эту тему. Но знаете, это сделано не просто так, а в целях того, чтобы не допустить нецелесообразную трату огромного количества воды. Но даже в этой ситуации есть выход. На форуме Таврида очень насыщенная программа, и 3 раза в день участники стоят перед выбором – потрапезничать или искупаться в море. Но можно совместить приятное с полезным. Не всегда на Тавриде получается сделать крутую фотографию в Инстаграм, потому что времени катастрофически не хватает. Сейчас я расскажу о способе, который позволит вам разнообразить ваш контент, используя пространство форума. Копируем обрезанную фотографию с галереи и вставляем в сторис Инстаграм следующим образом. Здесь ваша фантазия безгранична. Фотографируйте, обрезайте и вставляйте разнообразные фотографии, и будет вам крутая фотка за 3 минуты. Удачи! Наташ, как тебе здесь? Очень круто, так творчески, вдохновляюще, что и самому хочется творить. Надеемся, что этот выпуск пришелся вам по душе и оказался для вас полезным. Приезжайте, здесь просто нереально.